Весной отдых в Объединенных Арабских Эмиратах особенно приятен. Это прекрасное время для туристической поездки. Погода в Дубае в марте идеальна для любителей разного отдыха. Уже достаточно комфортно купаться в море, но при этом не слишком жарко для экскурсий и прогулок. Зима плавно перетекает в лето. Во второй половине месяца море прогревается до вполне комфортных плюс 23 градусов, а воздух до плюс 27 градусов днем. Но март все еще достаточно ветреный месяц. Погода в Дубае в апреле уже подходит для пляжного отдыха семьи с детьми. Температура воздуха становится выше и вполне может достигать плюс 30 градусов. Море прогревается до плюс 25 градусов, сильных ветров нет, купаться в море – одно удовольствие. Теплые вещи можно оставить дома, ночью ниже плюс 20 градусов не бывает. А вот головной убор и солнцезащитный крем – это предметы крайней необходимости. Солнце к маю уже становится агрессивным, но еще пока нет изнуряющего летнего зноя. Так что вполне можно рассчитывать не только на великолепный пляжный отдых, но и на активную экскурсионную программу. Для осмотра достопримечательностей, посещения многочисленных аквапарков, парков развлечений и открытых рынков это время подойдет идеально. А какие есть достопримечательности, я вам показывала, ссылку оставлю в описании. Дождь в апреле – редкость, а вот частые туманы очень вероятны. Обычно они появляются в утреннее и вечернее время. Особых неприятностей туман не доставляет, но он может стать некоторой помехой при осмотре достопримечательностей и ухудшить обзор со смотровых площадок. Май в Дубае. Дождей не будет уже до ноября. Туманы и песчаные бури тоже редкость. Для пляжного отдыха май подходит отлично. Вода прогревается до плюс 28 градусов. От длительного пребывания на открытом солнце и активных экскурсий лучше отказаться. Во второй половине мая температура воздуха может достигать плюс 38 градусов. Жару немного компенсирует прохладный и сильный ветер. Купаться он совсем не мешает. Подписывайтесь на канал, жду ваших комментариев. До встречи, пока!